Новый год в городе встречать. Ёлку вас нет? Нет. Совсем одичал. Нет. Совсем одичал Дед Мороз со своими оленями. Что же делать-то тебе, а? Что делать? Надо здесь, конечно, подумать. Надо подумать. Сейчас-то я подумаю. Ну, баба, не дал. Ну, давай, выручай. Хай, бог! Шо? Руки вверх. Девчоночки мои хорошие, девчоночки мои прихожие, дала б я вам стул.
Вот да мне здесь 300 лет. День рождения. Это что добыл-то? Вот. Старую ступ я выкинула, потому что мне новую подарили. А она-то новейшая технология. Там какой-то бытовой компьютер стоит. Короче, он у меня завис. Вирусняк свалил какой-то. Дали мне здесь телефончик одного мастера. Юрий Михайлович, зовут. Да, 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 вот. А не дозволь было обратиться. С фотоаппаратом бегает там где-то. Да. А ступа моя стоит в гараже. Не работающая. Так что со ступой я вам помочь никак не могу. Не тупо, да, она тоже не летает. А вас двоих вообще не выдержит. Ну, что делать-то будем? Девчонки, думайте. Знаете, я вам все-таки помогу, что мне понравилось. А зачем мне говорить? Про 300 лет я вам говорила, да? Вот, день рождения у меня был. Все приходили, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч на трех головах, Леший был. В общем, нам помогло. И был у нас еще джин. Вот этот джин подарил мне. Сейчас я вам покажу, чего. Вот, смотрите, что у меня есть. Ковер. Ой, сколько. Самолет-то развела. Да, ковер-самолет. Держите, пользуйтесь. Ну-ка, примите, садитесь. Садитесь. Все, волшебные слова надо знать. А какие волшебные слова? Запоминай. Чуфы, лети без воздушных дыр. Ну все, я вам помогла. У Дедушки Мороза очень много друзей из Земли. Девчонки, вся надежда на вас. А полететь вам надо сначала в Ирландию. Там живет лучший друг Дедушки Мороза.